Действительно, очень знаковый и радостный сегодня день. Семья Леоновых живет в столетнем деревянном бараке. Солидный возраст дома – не единственная проблема. В квартире на первом этаже постоянно холодно, дует от окон. Это была коммуналка из трех семей. Вот, а потом вот расселились и занимаем мы одни этот участок, так сказать, эту квартиру. Сейчас большая семья готовится к переезду. Планировку уже продумали. А фантазии будущих новоселов есть где разгуляться. Просторные комнаты, две гардеробные, два санузла и балкон. Мебель уже заказана. Через месяц у Леоновых начнется новая жизнь. Всю жизнь прожила, в общем-то, в нашем старом доме. И как-то еще, наверное, не осознала то, что... такую вот квартиру получили. Новоселье отпразднуют не только Леоновы. Ключи от квартир получат еще 7 семей. К переезду все готово. Сантехника и электрооборудование в наличии. Выполнен муниципальный ремонт. Полностью готовы с отделкой. Там стоят все необходимые приборы конечные. Соответственно, людям останется только прийти, поставить диванчики, телевизор. И хорошие, так сказать, вечера сидеть, пить чай и любоваться теми видами, которые будут вокруг. Но и место барака на Верхнепролетарской улице пусто не будет. Там запланировано строительство детского сада на 245 малышей. Карина Гиряшева, телекомпания «Одинцова». Удачи вам, мира и добра!